Крым зажигает звезды. В Артеке стартовал международный конкурс молодых исполнителей «Детская новая волна». Проявить свои вокальные таланты приехали конкурсанты из 12 стран мира. На открытие фестиваля приехал звездный отряд ведущих в лице Стаса Костюшкина, Леры Кудрявцевой, Доминика Джокера и лауреатов «Детской новой волны» прошлых лет. В гримерке волнение буквально витает в воздухе. К одному из самых важных моментов в своей жизни юные таланты подходят ответственно. Главное не ударить в грязь лицом, поэтому внешний вид должен быть на 5 с плюсом. Уже традиционно здесь в Артеке на детскую новую волну приезжают самые талантливые и целеустремленные ребята из разных уголков мира. Этот раз, несмотря на опасения, посетили участники из 12 стран нашей планеты. Конечно, есть свои сложности и с зарубежными конкурсантами, и с украинскими, свои сложности субъективного характера. Но мы их преодолели, и у нас будут представлены многие европейские страны и Украина. Условия такие же, как и в прошлые годы. Открывают конкурс победители прошлых лет в дуэте со звездами российской поп-сцены. В свое время мы перебивали, сейчас они должны перебивать. Если они не будут лучше нас, то значит мы зря прожили. То, что я услышал и то, что я почувствовал, это мне вот так хватает. Кульминация вечера – исполнение мировых или популярных в странах участницах хитов. Эмоции на новой волне бьют через край. Ну я, да, конечно, я довольна своим выступлением. Мне понравилось, как я выступила. Меня прям прет, как говорится. Мне прям хочется танцевать и зажигать на сцене. Супер, очень классно. Ты просто прямо выходишь и прямо… Я хочу еще. Я вся мокрая. Ну, капец, просто. Очень много эмоций. Главное и самое волнительное – вердикт жюри. Оценки за выступление от 6 до 11 баллов. Все по справедливости. Судьи строгие, но честные. Имена новых звезд детской волны 2015 станут известны 13 августа. Артем Артеменко, Александр Литвинова и Алексей Корниенко. Время новостей. Артек.